более занудная. Ее просто надо долго и упорно расписывать. На два столбца по этому параметру, на два столбца по тому параметру, на два столбца по всему параметру. Вот задачи третьего типа – это одни из самых сложных, потому что там одно слово, а там про каждую буковку надо думать. Вот она будет «ц» или «ч», вот она будет с придыханием или без придыхания, вот будет слоговой или он во что-то превратится, будет ударение туда или ударение сюда. И так по каждой букве. И в одном слове можно 5 ошибок зажать.